Большинство советских девушек жили по законам морали, которая спускалась сверху. Надо хорошо учиться, поступить в институт. Если не хватает интеллекта, идти на завод и честно трудиться. Ни поцелуя без любви. Замуж выходят раз и навсегда за первого в своей жизни мужчину. Но родившаяся в очень бедной семье Калина еще в юном возрасте поняла, что ей совершенно не нужна стандартная советская биография. Жить от зарплаты до зарплаты, растить детей со скромно зарабатывающим мужем. Оглянувшись по сторонам, она вцепилась в богатого ювелира, который был намного старше ее, и очень быстро стала его официальной супругой. Девочка была не только хороша собой, но и обладала гипнотическим даром. Она могла расслабить человека, она могла войти в доверие и влюбить в себя. Муж был стар и протянул недолго. Калине досталась его фамилия Никифорова, привитая им страсть к драгоценностям и внушительная сумма денег, чтобы начать новую жизнь. У молодых женщин Советского Союза было две мечты. Или стать, значит, стюардессой на международных авиационных линиях, или идти работать в магазин «Березка». Магазины с романтичным названием «Березка» появились в Советском Союзе в 1964 году. И те граждане, которым посчастливилось побывать в них, описывали их с горящими от возбуждения глазами. Вожделенные джинсы «Леви Страус», японские магнитофоны, французские духи. Но исключительно для избранных. Всех подряд туда не пускали. Я не поверил своим глазам, что можно купить вот это, чего не было в Советском Союзе. И однажды я пришел в «Березку», мне говорят, а вы кто? Говорит. Я говорю, я студент. А как у вас это очутилось? И знаете, чуть дело не завели. Отобрали мне сертификат, я ничего не получил. Эти закрытые спецмагазины были придуманы для граждан, которые выезжали на работу за границу. В то время наши специалисты ценились в странах соцлагеря – Чехословакии, Венгрии, Болгарии. Тысячи людей отправлялись каждый год поднимать народное хозяйство разных африканских стран. И за труд их награждали чеками, которые можно было выгодно продать за рубли. С синей полосой выдавали тем, кто трудился в странах СЭФ. С чеками с желтой полосой приезжали из жаркой Африки. Они ценились уже дороже. За один давали трешку. А самыми ценными были чеки, на которых вообще не было никаких полос. Такими расплачивались с людьми, которым повезло поработать в капиталистических странах. Это были более привилегированные, так сказать, виды чеков. Вот. Они шли из расчета 4,6-4,7 рубля к одному чеку. На чеки, эквивалентные долларам, можно было купить любой брендовый товар, причем настоящий, не липовый. Попасть на работу в «Березку» было так же непросто, как сегодня, например, в «Газпром». Калина Никифорова подходила в продавцы по всем параметрам. Симпатичная, обходительная, знает немного английский язык. В магазине «Березка» работать было и престижно, и опасно одновременно. Почему? Потому что все это было под контролем Комитета государственной безопасности. Потому что чеки приравнивались к валюте, и их оборот очень строго контролировался государством. Оазисы потребительского счастья сразу стали сладкой приманкой для валютных спекулянтов и барыг всех видов. Милиция вела с ними борьбу, но черный рынок оборота чеков победить не могла. Галина вовсю фарцевала чеками, вот этими самыми. Маржа, которую зарабатывали незаконные обменники, да, те, кто занимался обменными операциями, она представляла собой порядка 600-700% прибыли. Доходы Калина имела колоссальные. А для того, чтобы чувствовать себя абсолютно спокойно, сразу замазала директора. Дала ему взятку и надежду на то, что делиться с ним она будет постоянно. «Березка» — это доступ к валюте фактически, к дефицитным товарам в то время, которые продавались за валюту или за чеки, да, так называемые. Бизнес Калины процветал. Она завела постоянных деловых партнеров. Одного из них звали Паша Синий. Он скупал в «Березке» джинсы «Левайс» и «Ранглер». Джинсы были пределом мечтаний советского человека. Стоимость их на черном рынке доходила до 200 рублей, что было выше средней зарплаты по стране. Но высоко ценились только джинсы, сделанные в Америке. Болгарский ширпотреб не уважали. Наша легкая промышленность пыталась настрочить модных штанов из советской джинсы.
Но эти изделия были обсмеяны, и никто их покупать не хотел. Вся советская торговля, она была сделана искусственно на дефиците. Дефицит был огромный без этого, но его еще создавали искусственно. То есть заведующий магазином, там, директор базы, склада, это был царь и бог, которому приходили от горкома, там, от прокуратуры, все выстраивались в очередь. Полученные благодаря Калине джинсы Паша толкал недалеко от «Березки». Расплачивались с ним и рублями, и валютой. За год молодой человек сколотил немыслимое для простого советского человека состояние. Нашли такие ценности, которые вообще-то и не снились просто. Да. Мы тогда смотрели, и вот это золото, бриллианты, какие-то изумительные там, так сказать, алмазные изделия. В милиции он выложил все адреса, пароли и явки. И сдал Калину Никифорову с потрохами, рассказав о всех ее махинациях с чеками. Сотрудники ОБХСС нагрянули в «Березку» и прижали всех нечестных продавцов и крышующего их директора. Запахло страшной статьей Уголовного кодекса, номер 88, «Незаконные валютные операции». Эта статья еще со времен Хрущева означала для человека самое жестокое наказание – огромный тюремный срок или даже расстрел. Но, несмотря на это, во время обыска и ареста Калина Никифорова вела себя очень спокойно. Она прекрасно знала, что проворовавшиеся торгаши и спекулянты долго не сидят. Их обязательно выпустят пораньше, если они согласятся сотрудничать с правоохранительными органами. Правоохранительная система не может жить без сотрудничества, да, то есть без осведомительства, еще что-то. Это абсолютно нормально. Калина Никифорова угодила в Можайскую женскую колонию. И в советское время это исправительное учреждение было совсем не таким образцовым, как сегодня. Здесь были перемешаны все подряд. И мелкие воровки, и убийцы, и матерые рецидивистки. Условия отсидки были просто жуткие. Но пребывание здесь стало для Калины путевкой в жизнь. Колония для человека, который решил составить себе карьеру, скажем так, в блатной среде, это своего рода, что ли, аттестат зрелости. Из донесения в ГУВД Москвы. Галина Михайловна Никифорова, кличка Юля, привлечена к негласному сотрудничеству оперуполномоченным УБХСС, Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности. Используется для получения информации о лицах, занимающихся спекуляцией, незаконным оборотом валюты, сбытом наркотиков, изготовлением неучтенной продукции. Галина сдавала только мелких сошек, конкурентов и мошенников, которых она презирала. Ничего о настоящих королях валютного рынка и московских наркобаронах милиция с ее помощью не узнала. Но за стукачество ее отпустили на волю досрочно, и она получила охранную грамоту, которая позволила широко развернуться ее криминальному таланту. Она понимала, что сказки – это для дураков и для бедных. А умные люди интересуются только деньгами. И вот эта основополагающая установка явилась ее доктриной. И она ее не изменяла уже всю жизнь. Она была очень умная, очень такая верткая. И даже очень многие такие известные мошенники того времени считали, что она заткнет их за пояс. Выйдя на свободу, Калина узнала, что самые большие деньги продвинутые люди зарабатывают теперь на пиве. И за взятку получила престижное место официантки в пив-баре. Страсть народа к пиву в советское время была невероятной. Люди стояли в очередях к огромным цистернам, мечтали о «Жигулевском» в стеклянных бутылках, а посиделки в пивнушке и вовсе считались вершиной счастья. Все понимали, что работники пивбаров нещадно бодяжат пиво, то есть разводят водой и подсыпают в него для пены стиральный порошок. Но все равно ходили в этот неприглядный общепит и получали там невероятно позитивные эмоции. Это было наше пиво. Жигулевское. Галина зарабатывала на недоливе и разбавленном пиве огромные деньги. Но еще больше ее радовал растущий круг знакомств с героями криминального мира. Пивбар находился на Сухаревке, и эту часть Москвы держала одна из старейших в Москве Васильевская группировка. Члены этой ОПГ в основном занимались кражами. И Калина предложила им расширить поле деятельности.
когда она присмотрелась к этим ребятам, она проявила удивительную инициативу. Она помогла им открыть 3 подпольных «Катрана» в Москве. Вот они действовали, один был на Селезневке, один на Таганке, один, по-моему, в районе Войковской. Здесь, в подпольных карточных клубах, собирались те, кто больше всего интересовал Калину. Антиквары, торговцы произведениями искусства и криминальные авторитеты. Однажды в один из «Катранов» пришел знаменитый япончик. Это был человек интеллектуальный, он знал там историю, там поэзию. Вот он много читал, там он там читал Библию. Вот он как бы на этом фоне выделялся. Когда япончик познакомился с Калиной, то сразу понял, что эта женщина особая. И главное, ему очень интересная. Вместе они стали генерировать идеи, где, у кого и как отнять большие деньги. Как подмять под себя всю Москву. Деловое сотрудничество переросло в роман. Они любили очень друг друга. Родство у них было духа. Вот он с ней только мог поделиться. Она знала все о всех преступлениях его. Вот. Она была как бы ее личный секретарь и сожительница, и любовница. Однажды на Петровку 38 пришел администратор малого театра по фамилии Голиоза. Он заявил, что некто по кличке Япончик вымогает у него огромную по советским временам сумму – 2500 рублей – и взял в залог его машину. Япончик сидел в печенках у московских оперативников, и решено было во что бы то ни стало упечь его за решетку. Голиозе предложили назначить Иванькову встречу, чтобы якобы расплатиться. Но япончик учуял неладное и дал по газам. Он отстреливался и получал ответные пули. Центр Москвы, белый день и сцена из гангстерского боевика, которая кончилась международным позором. Это все происходило около театра «Советская армия». И вот на всю эту вот удивительнейшую историю, удивительнейшую картину для 1975 года ее увидела военно-правительственная делегация Румынии во главе с маршалом Гречко. Все были вообще в шоке. И потом, значит, некоторое время существовала легенда, что это там происки американских спецслужб, там подключилось КГБ. Ну и потом выяснилось, что это вот как бы уголовник, за которым давно охотится уголовный розыск, устроил такие беспорядки. Дело против Япончика снова развалилось. Влюбленная в него Калина убедила следователя перевернуть его с ног на голову, как будто это сам Голиоза был должен Япончику. И стрельбы в центре города никакой не бывало. Решающим аргументом была сумма, отключающая совесть любого человека. Дальше следователь вел себя совершенно удивительно, он стал очень сговорчивым. Значит, вот эти вот статьи по тяжким, то есть вот эти вот обвинения по тяжким статьям отпадали. И, короче, как гласит оперативная информация, добытая сыщиками, за эти услуги он получил сумму, на которую можно было купить 4 «Волги». Если бы женщинам можно было давать корону вора в законе, то Калина Никифорова получила бы ее по единодушному мнению всех значимых представителей криминального мира. К началу 70-х она сколотила одну из самых дерзких ОПГ в Москве. На нее работала сотня профессиональных воров и рэкетиров. И она бесстрашно боролась со всеми криминальными конкурентами. Женщина может импульсивно пугаться каких-то мелочей, грубо говоря, мыши. Но в больших принципиальных ситуациях женщины скорее храбрее мужчин, бесстрашнее мужчин. В 1972 году в Советский Союз впервые приехал президент Соединенных Штатов Америки Никсон. Брежнев ведет с ним активные переговоры о прекращении холодной войны и взаимовыгодной торговли. В надежде на бурное сотрудничество Леонид Ильич дает добро на еврейскую эмиграцию. Америка давно продавливала этот вопрос, и советские власти наконец-то открыли шлюзы. В 1971 году выехало 13 тысяч человек, а в 1973 уже в 3 раза больше. Сразу начал расти спрос на валюту, на драгоценные металлы, потому что вывозили что-то такое компактное. И, в общем, вот эта вся среда, около антикварная, около валютная, около ювелирная, она стала расти с невероятной быстротой.
Отъезжающие евреи скупали по спекулятивным ценам доллары, иконы, бриллианты, золото, антикварные вещи, которые могли понравиться богатым людям на Западе. А от крупных предметов избавлялись. Громоздкие старинные часы или картины в Израиль провести было невозможно. Я пришел в аэропорт с контрабасом в чехле, который хотел забрать с собой. Так? Но мне сказали, вы не имеете права взять, оставьте его. Галина Никифорова сразу учуяла, что на еврейской эмиграции можно заработать огромные деньги. Все в Москве знали. Надо быстро сбагрить ценные иконы или хороший антиквариат, обратись к Галине. Очень многие, кто располагал вот какими-то вот такими вещами, старый фарфор, бронза, там, старинное оружие, вот это все, понимаете, венецианские зеркала, вот это все скупалось. И она вот как раз начала заниматься тем, чтобы организовывать массовую скупку всего этого и продавать за границу. Советская таможня тогда была строга, взяток не брала. Спрятать какие-то ценности от нее было очень трудно. Застигнутым с поличным евреям давали срок за контрабанду. И они никуда уже, естественно, не ехали. Галина пустила слух, что имеет обширные связи и может помочь вывести что угодно. Среди евреев было много богатых стоматологов-частников и разных цеховиков, которым очень хотелось в это верить. Они платили ей огромные деньги, и она обещала им на таможне зеленый свет. Ну а потом просто кидала. Криминальные авторитеты, не обязательно это Галина Никифорова, достаточно хорошо наживались на наших эмигрантах, да? Что и сейчас имеет место быть. Таких спецопераций Япончик и Галина провернут еще немало. Галина наводит, Япончик потрошит. Это был выдающийся криминальный дуэт. И Япончик чрезвычайно ценил все задумки и предложения Галины. Она очень быстро подчинила себе воровской мир. Очень быстро подчинила воровской мир. И сказать, что ее там уважали, это вообще ничего не сказать. Ее боготворили. Особо криминальная парочка гордилась спецоперацией, проведенной в Краснодаре. Однажды через знакомых антикваров в руки Галины попала невероятно ценная николаевская царская монета. И она узнала, что краснодарские цеховики готовы заплатить за нее 80 тысяч долларов. Она прилетела в Краснодар. Сделка должна была состояться в лучшем ресторане города. Но в момент передачи денег, как из-под земли у стола возник милиционер. Цеховики оцепенели от ужаса. Ведь за такие дела дают лет 10. И они не знали, что арестовывает их и изымает деньги главный московский вор в законе. Все просто. Хорошие, очень огромные деньги. 80 тысяч по тем временам, но, наверное, машин 12, «Жигулей» 15. Галина Никифорова была матерью-одиночкой. Одна вырастила сына Виктора. И в криминальных кругах все говорили, что Витя, которому дали в честь мамы кличку Галина, сын Вячеслава Иванькова. Япончик его очень продвигал в криминальном мире, Галину, и называл везде, что это мой преемник. Вот уйду я, он будет вместо меня, будет всеми процессами рулить он. На Петровке ломали голову, как же схватить Япончика. Ему все время невообразимо везло. Удавалось оторваться от погони. Его жертвы не хотели давать показания. Лично он никого не убивал. Следов на местах преступлений не оставлял. Но в 1981-м крестный отец Вячеслав Иваньков совершенно неожиданно для него самого был наконец-то арестован. Сотрудники, которые принимали участие в задержании Япончика 14 мая 1981 года, рассказывают, что взяли его в квартире на Планерной, он вышел оттуда, это была квартира именно Галины Никифоровой, он там ночевал. Через два дня после ареста Япончика милиция пришла и в квартиру Галины Никифоровой. Зная размах бизнеса криминального дуэта, оперативники ожидали увидеть здесь дорогой антиквариат, шкатулки, забитые бриллиантами и чемоданы с наличкой. Но ничего не нашли. Она в это время активно занималась золотом. Желтым золотом. С приисков. Вот, замороженным. Проводили обыск. Ну, решили, может быть, найдем. Хотя было у нее, то есть 100%.
Конечно, было. Но Никифорова, понимая, что после ареста япончика милиция нагрянет и к ней, спрятала все богатства у соседки. Когда угроза миновала, соседка честно вернула все Калине. И дамочки крепко выпили за вечную дружбу и победу над ментами. В 1981 году сотрудникам МУРа удалось арестовать и возбудить уголовное дело против Вячеслава Иванькова. Япончик к тому времени уже подмял под себя всю Москву и занимался планомерным уничтожением очень наглых и агрессивных воров в законе из Грузии. На что и напирала в милиции его гражданская супруга Калина Никифорова. Ее не раз допрашивали как свидетельницу, угрожая, что вот-вот... и она превратится в соучастницу преступлений. Она вела себя очень вызывающе. Вы честного человека, который вам всю жизнь работал, помогал за вас. В Южном порту у вас что творилось? У вас в Южном порту убивали, грабили ежедневно. А япончик, он наводил порядок там. Он оттуда отшивал преступный элемент. Но япончика, несмотря на все заслуги по борьбе с неправильными ворами в законе, надолго упекли за решетку. И его криминальной империей начинает управлять Калина. Она прекрасно знала все его дела, состав бригады, друзей и врагов, и стала наводить очень жесткий порядок, заставив уважать себя всех криминальных авторитетов. Ведет себя как исполняющий обязанности Вячеслав Кирилловича. В полном смысле слова вызывала авторитетов преступных, в том числе вот братьев Квантришвили, Атария и Амирана, а они уже начали захватывать власть преступную в Москве. И она их вызывала и наускивала, что надо делать, как надо работать. Пока япончик мотает срок, Калина находит себе другого мужа. И это, безусловно, брак по расчету. Рубен Саркисян тоже вор в законе, но на свободе. И может гораздо больше помогать Калине в реализации ее масштабных проектов. Тем более, что кличка у Рубика – профессор. Почему профессор? Потому что он тоже предпочитал такие вот именно преступления. Без насилия, какие-то такие, ну, высокие технологии. Рубик и Калина открывают огромный подпольный цех по пошиву модной модельной обуви. Это традиционное армянское дело, и новый муж Калины знал, какие состояния сколотили на этом в Армении его друзья. Идея его проста и отработана другими цеховиками уже давно. При государственной обувной фабрике открыть подпольный цех, но с дорогим импортным оборудованием, которого не имело государственная советская промышленность. Умельцы из Армении, которых пригласила на работу Калина, творили чудеса. Доставали лекала самых лучших западных фабрик, кроили обувь из обрезков, украденных на государственной фабрике. Очень тонко чувствовали спрос, их обувь отрывали с руками. Слава Калины Никифоровой в криминальном мире росла. Это была уже не просто воровка и мошенница, а менеджер, юрист, экономист, предприниматель. Такие граждане после перестройки стали олигархами. Высота, вообще-то говоря, ее знания и высота, так сказать, как вам сказать, ее вообще профессионализм была такова, что к ней вообще ходили вот как на лекции, ее конспектировали. Ее учили наизусть. Говоря современным языком, она оказывала так называемые консалтинговые услуги. Понимаете? Но все ее советы были дельные и с плюсовым результатом. Ее сыну Виктору было всего 22 года, когда Калина сделала то, что в советские времена казалось невозможным. Она просто-напросто купила ему звание «вор в законе». Таких потом в криминальной среде будут называть апельсинами. Это новая формация воров в законе, получивших корону за большие деньги, а не трудный и честный с точки зрения бандитов жизненный путь и какие-то заслуги. Вообще, конечно, по большому счету такого быть не должно. Ну, вор, он должен свой титул воровской, ну, выстрадать своими вот поступками, как на воле, так и в тюрьме, да, вот он должен проходить через испытания и проходить через них достойно. Но неожиданно Калина узнает, что тяжело больна.
Диагноз звучит как приговор – рак крови. Доктора отводят глаза и говорят, что, несмотря на все деньги, которые она им предлагает, помочь ей ничем не могут. Она понимает. Ей нужно собрать все свои богатства и срочно выехать за границу. Там есть хорошие врачи и передовые технологии. Она будет жить. Но как пересечь границу с миллионом долларов? Калина решает угнать самолет. Ежемесячно вот происходило порядка 60-70 попыток угона. А за все советское время было более 1300. То есть это совершенно нередкое явление. Тогда на слуху у всех была история отца и сына Бразенкосов. Вооруженные обрезами и пистолетами, они совершили нападение на экипаж рейса Баку-Краснодар. Убили стюардессу, ранили командира корабля и заставили экипаж приземлиться в Турции. Советскому Союзу турецкие власти преступников не выдали. И они прекрасно дожили свой век в Америке. Практически ни одного угонщика не было возвращено. И все считали, что Советский Союз – это зло. Поэтому по политическим соображениям людям давали минимальные сроки и или просто освобождали от ответственности, давали политическое убежище. Калина начала подготовку к угону. Выбрала плохо охраняемый аэропорт, где у ее мужа были хорошие связи. Но Виктор сказал, что захват самолета – дурацкая идея, и он лучше останется в Москве. Вскоре Калина умерла. Болезнь оказалась сильнее. Из доклада заместителю начальника 5-го отдела МВД СССР товарищу Плешкову. 26 февраля 1988 года в городе Ереване на центральном кладбище состоялись похороны Никифоровой Калины, бывшей жены вора в законе Япончика, а затем Саркисяна Рубика Торгомовича, 1942 года рождения по кличке Профессор, проживающего в городе Москве. Покойную из города Москвы сопровождали Профессор, вор в законе Кропоткинский Лёва и некий по кличке Тайванчик. Из итоговой справки ГУВД Москвы по делу К.М. Никифоровой. Намерение преступной группы из 8 членов, список прилагается, захватить в аэропорту города Ленинакана воздушное судно с целью угона за границу пресечены. 3 члена группы привлечены к уголовной ответственности за попытку сбыта платины. 1 арестован за подделку документов. Вор в законе Калина убит в воровской разборке. Возбужденное по фактам хищения на Чеховской обувной фабрике уголовное дело на Никифорову К.М. прекращено в связи со смертью. К могиле Калины не зарастает воровская тропа. Все, кто собираются на крупное дело, считают своим долгом прийти сюда и попросить благословения у матери всех воров.